Здорово, народ, всем. Так, Лига Ангелов, Ярость Небес. Так, к сожалению, Лигу Ангелов 3 я не могу запустить 2 дня, хотя да. Что-то наш Mail.ru сегодня, мягко какой сегодня, он уже какой-то третий, четвертый день, свои браузерные игры не может никак нормально реактивировать, что ли, так назвать. Если меня сейчас, может, убьют. Небесом. У меня много чего здесь накопилось. Пока живы, как ни странно. Удивительно, блин, рядом. Так и знал, что убьют. Ладно, в принципе, это сейчас не важно. Сейчас меня интересует кое-что другое. Во-первых, отправляемся сюда. И начинаем открывать все наши сундучочки. У нас есть вот такая вот парашка. Идем погобить монстров. И будем смотреть, что ж накопить я тут успел. Бонусы, кстати говоря, те, которые я получал, они почему-то закончились через 2 дня. Я на эту игру, мягко сказать, подзабил болт. Ну, офлайн, кстати говоря, неплохо получаю, не хп. Но, правда, некоторых вещей я здесь вообще въехать не могу у них. Так, лады. Берем сразу Weatherhouse, забираем все эти сундучки, на них требуется по 200 тысяч диамондов. Значит, их сразу будем открывать. A waste your will is worthless. Это требуется. Это требуется охренеть и не встать. Стоп, что это? Так, вот у нас довольно много всего насобиралось. Давай будем открывать эти сундучочки. Чтобы им пусто было. Посмотрим, денег не хватит или нет. Пятьдесят тысяч диамондов. Вот в чем прикол, да? То есть теперь они у меня жира. То есть она первый раз, когда открывается, она мне говорит, что там будет. Или нет? Или как-то это вообще случайно, что ли, происходит, как-то я что-то не вижу. Пока вроде неплохо. Накидывает Танама. Да, народ, сегодня у нас будет такое. Это открытие подарков. Потому что мы 500 уровня еще достигнем. Все. Открывается за голды. А с голды идите лесом. Пятьдесят тысяч. Не хочет. Это за золото открывается. Этот у нас за что открывается? Не хочет. Зараза. Знаете, что у нас? О, какой-то интересный лук, что ли?
Новый скилл. Вот это номер. Так. Мы еще что-то все приобрели, да? Так это нам не надо, в принципе. Вот это вот тогда. Пачим все. Тоже все. Надо пусть там пока мочится. У нас тут много чего надо будет улучшать. Такс. Вот твою ж налево. Лады. Дефенс. Так, где у нас вот это вот хренатень, да? Не, не это. Ладно, на кольцо давай атаку поставим. Ну ладно. The outcome is clear. There shall be no mercy. Так, ну боевой рейтинг запомнили, да? ХП количество. Ну, 7 лямов. Да, опыт мы уже подняли, у нас 500 уровень, это хорошо. Чем не знаю. Так, здесь у нас что? Пилюльки. Так, стоп, юз. Ого. Так просто не заю. А это что еще за хрен? Так, господи помилуй. Это что еще такое вообще? The outcome is clear. There shall be no mercy. Очков ангела у меня нет, увы. If you want peace, then you must prepare for... Так, себя можно подулучшить, да? И насколько? Хоть на уровень сможем? Давай, не... Слишком до хрена требуется всего. Так. Это сжираем. Это тоже мы сейчас куда-нибудь запихнем. Жесть какая. Еще боевой рейтинг подняли. Тут вообще кошмар, что творится. Пятнадцать тысяч, да? О боже. Так, здесь у нас... А это что такое вообще? Черт подери. Ой. Какой ужас лютый. Вообще уже не понимаю, чё здесь куда пихается, слушай. Что-то куда-то пихаем. Класс.
Так, ну вот это вот, наверное, надо прокачать. Что больше ничего не можем. Какая лютая жесть. Блин. Так, ладно, давай сначала сундучками займемся. Тут вообще хрен что поймешь. А, не хватает, я понял. Так, это у нас... Их не заварить. Перья я могу заюзать? Перья нет, хренотень уже нет, да? А вот это могу заюзать. Что тир 2? Ай. Да. Какая лютая жесть тут начинается. Слушай, эта игра, она все более непонятной становится. Хоти что ли боссов хотя бы поколбасить. Кстати говоря, там новый босс должен появиться. Идем, короче, пока тут всех крошить по-быстренькому. И будем смотреть, что мы еще можем заюзать. Копили достаточно мы карт. Хотелось бы в это поверить. Ох ты ж твою налево, человек Манстоун, вот они. Тоже надо расходовать, да? Так, ну доводим тогда это до конца вообще. Так, давай тогда лук сейчас сразу пиндюрим авто. А, во как он делает. Самая, слушай, удобная хренотень. Мы до миллиона рейтинга дотянем, интересно, или нет? Слушай, может и дотянем. Это надолго. Старается все поровну делать, да? Любопытно.
Да ладно, хватит, а то уже странно как-то это все даже. Этого хватит. A waste your wield is worthless. Можем только эти повышать. Ой, ужас. Жесть просто, слушаю. Далее мы, может, и дойдем. Правда, он так медленно оно ползет, что ж капец. Здесь тоже ничем не лучше, да? Ой, жесть какая. Это по 550, кстати, прибавляется намного больше. Да, собирал, конечно, я хоть это и долго. Да уж, чуть-чуть не хватило, ладно. Надо повышать, а то что-то пинают меня дядьки всякие нехорошие. Тут БР-то идет такой, смешной же даже. Где-то атаку, где-то дефенс, мы видишь, повышаем. Ну, точнее, она сама повышает, я смотрю. И вам показываю. Давай, Даляма, доходи ты твою же дивизию, блин. Ну, что, зря тут жопку себе рвал все это время. Да, Далямчика дойдем, отлично. Ну, медленно идет как-то очень. Должен признаться. Все отлично, лям есть, ура! В принципе, пока этого, наверное, хватит. Хотя ладно, пусть добивает, немного осталось. Там в следующей серии, когда я начну, это черт его вообще знает. Буду ли. Так что как-то так. Я понял, он просто штампует по порядку. Ну, здесь, конечно, она довольно быстро хреначит.
самое большее было очков, но смотри, они все быстрее и быстрее убегают, иначе следующее мне что надо будет набирать? Раза в три побольше придется набирать. По 10, по 12 боевого рейтинга. Ну понятно все. Дешево сердито. Думал, она на один предмет будет чисто, а тут она на все. Пока 15 идет. Да, пошла. Уже почти закончили, отлично. Все, ну неплохо боевой рейтинг поднялся. Правда, я ожидал немножко побольше, раз так. Ну не пойми сколько. О, крылышки. Так, крылья мы все не меняли, в принципе, это что у нас за хренотень? Мы лук улучшаем с помощью золота, да? Так, здесь у нас камушки. Так, камень давай. Шок деф. А, один и тот же не могу ставить. Poison атак. Poison defense. Вот так тогда ставим. Ну как бы эти камни еще и усиливать добавок. A waste your will is worthless. А вот мы выбираем и так их усиливаем, да? Все, я понял. Значит, у нас здесь все довольно интереснее становится. Так, у нас сундучки. Неплохо. С этого быстро завалим бонус босса. Ох ты твою налево, ты видел? Не слабый босс-то. Да, на 500 уровне за боссами придется поохотиться. Почему? A waste your will is worthless.
Пипец. Вот жопа-то какая. Даже повалить некого. Жесть просто. Да, на 500-х уровнях, конечно, здесь... Вообще. Самое хреновое, здесь еще могут царицы тебя атаковать. Мне это больше всего раздражает, если честно. Ну, хоть 450-го завалим. Тут что-то вообще какая-то хренотень сейчас будет твориться, чувствую, с этим всем. Оу, это хорошо. Он облож. Is clear. There shall be no mercy. Хо-хо-хо-хо. Мало того, что мне еще пинает, как котенка из 450-й, хотя вообще-то не должен бы. Даже меня пытаться там укусить за что-то. По поводу этих фагетарианцев, ну здесь бывало успевал, но тут читера одного забанили. Он совсем охреневший был, ну и читера. Короче, он завел себе 4 ака и каждый ак, короче, на это все ходил. По отдельности. Он, короче, все выметал, никому ничего не оставил. Его либо выгнали, либо забанили, я точно не знаю. Парни переписывались. Говорит, достал всех конкретно. Ну, это реально как-то по-свински он поступал. Then you must prepare for war. Так, банчим, 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 банчим. If you want peace, я понял, я понял. Those that bless you, I will bless. Еще один появился, хрендель. Не, мне бабенка больше нравится, пошел лесу. Так. А вот насчет этого не уверен, стоит ли это принимать все. Да хотя пофиг, то этим все равно не пользуюсь, как правило. Веселое число. Так, мне надо, во-первых, своего напарника проугрейдить. Во. Waste your will is worthless. Так, положи бесполезную хренотень.
Ого! А у меня тут много всего еще спрятано. Ну нет, не так много. Опаньки. Да я понял, опять странный магазин вылез. Так, ну это вообще мне не нужно, в принципе. Открываем все. Неплохо тоже. Это монетки золотые, кстати говоря, тоже схаваем. Ну этой хрени у меня мало. Так. Эта хрень тоже кончается. О, нашел, конечно. Так, это мой коняга, да? Он диамондов улучшается. Диамондов у нас хоть и 13 лямов. Да ты прикалываешься. Все что ли? У меня бабки кончились. Это пипец какой-то, слушай, с этими бабками. Я уже даже не знаю, что делать-то. Ладно, мало, мелкого сейчас улучшим, хоть а то это уже просто форменный идиотизм. Я даже не знаю, что и делать, вот реально скажу. Прит уже такой, что ж капец. Реально, народ, форменный бред. Так, ну ладно, народ, форменный идиотизм этот продолжим, наверное, в следующей серии. Да, наверное, в следующей серии. Ну, пока на этом все. Всем удачи, всем пока.